Студенческое радио UFM вот уже 2 года радует своих слушателей полезными передачами, музыкой и просто хорошим общением. А организаторы и ведущие радио всегда стремятся к реализациям новых идей. Именно поэтому стартует новый международный проект совместно с Молодежной ассамблеей народов Татарстана. Преимущество этих программ в том, что они будут транслироваться на сайте UFM, плюс мы будем вести трансляции на Фейсбуке, ВКонтакте. Ребят, может быть, не только услышать, но и увидеть. Идея зародилась еще в Германии. Там, в рамках культурно-образовательного обмена опытом, представители Универ ТВ и UFM знакомились с работой германского радио Коракс. Тогда появилась идея вести эфиры на разных языках, а также рассказывать о особенностях различных народов и стран. Там мы познакомились с одной радиостанцией, которая работает с разными национальностями, да, и вот по приезду мы решили тоже на UFM сделать и подобные программы. Совсем не важно, какой у тебя цвет кожи, разрез глаз, тембр голоса, потому что все, что тебе нужно для работы на радио, это огромное желание стать ведущим. В новом проекте иностранные студенты расскажут о своей стране, культуре, традициях, особенностях жизни и учебы в Казани. Я считаю, вот эта идея хорошая, которая дает намного больше возможностей, как иностранцев тут, в Казани, можно а говорит про Россию, ребята, которые пока не живут в России, они могут слышать меня далеко, как иностранцев, которые приехали жить в Россию. Слушатели также смогут услышать традиционную музыку того или иного народа и послушать передачу на родном языке ведущего. Благодаря этому проекту студенты смогут попробовать себя в роли ведущего и научиться работать на профессиональном радиооборудовании. Иностранные студенты также поделятся со слушателями и своим опытом проживания в России. Расскажут, с какими проблемами им пришлось столкнуться и как они их решали. А я именно хочу показать Россию миру, как я смотрю на нее, как со мной происходит, то, что происходит реально. Самое интересное, ужасное и прекрасное, что произошло, это первый день в России. Это будет тема первого эфира моего в радио, и я попытаюсь это идеально все описать. Ну что ж, остается только пожелать удачи начинающим радиоведущим. Включайте радио UFM, а мы там с вами услышимся и увидимся. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.